Меншості. Але не здались. Але маємо, що маємо. Ну, я сьогодні хочу подчеркнути, що дійсно був дуже тяжкий матч. Було таке в'язке поле, хоча воно в хорошому стані, але ввиду погодних умов воно було сьогодні в'язке. Тому дуже тяжко було контролювати м'яч, рухатися. Вот, считаю, что начало матча были за нами. Мы создали очень хорошие моменты у ворот соперника, не забили, старались максимально активно играть на половине поля соперника, не садиться к своим воротам. Мы понимали, что команда Александрия в домашнем матче постарается играть активно, агрессивно в атаке. Вот, мы постарались в этом не уступить, закрыть их сильные качества, это фланги. Вот. Но, к сожалению, так получилось, что судья ошибся, и нас стало на одного футболиста на поле меньше. Вот. И я очень благодарен ребятам, которые выстояли, не расклеились и до конца матча, в принципе, дотерпели. Вот. И заслужили ничью. Хотя по содержанию, если бы у нас было возможно 11 человек, мы могли претендовать на большее. Но в концовке все равно ребята очень сильно устали, и у Александрии уже были моменты, поэтому уже если говорить о последних минутах, то я считаю, что в принципе хорошо, что матч закончился для нас именно ничью. Если бы мы были в равных составах, тогда уже можно было говорить о другом. Хотя и будучи в меньшинстве, мы все-таки смогли создать хорошие моменты у ворот соперника, где могли забить. Но не получилось, поэтому хорошо, что в конце не пропустили. Было бы очень обидно, что было бы очень обидно и, наверное, не по-футбольному. Все-таки ребята сегодня терпели, бились, и на поле была команда. За это им очень сильно благодарен. Ваша команда и по предыдущему туру зіграла достаточно пристойно, и в этом матче выглядела физично, очень уверенно. Это дало себе знаки ваша подготовка в навчальних тренировочных сборах? Я думаю, что и подготовка, но в футболе еще большое значение имеет психология и эмоции. И то, что ребята трудятся в тренировках, в том, что они настраиваются, хотят побеждать, в команде хорошая атмосфера, и благодаря этому видно такая искра в глазах у каждого, и это выражается и в большом объеме работы, поэтому, безусловно, и мы готовились и физически, но и психологически нам бы хотелось достойно сыграть с хорошей командой, которая находится выше нас в турнирной таблице, у команды, у которой сейчас есть шанс побороться за Еврокубки. И мы на фоне такой команды, конечно, тоже хотели достойно сыграть. Дякую, дуже. Є запитання, прошу.